Саме зараз з нами Максим Бревда, віце-президент Федерації Міксфайт, і Віктор Славінський, член збірної команди по боксу, лідер команди «Українські атамани». Доброго ранку. Дякую, що прийшли. Ну что ж, мы пригласили вас после такого знаменательного события и знаем, что вы вышли в финал в соревнованиях в Китае на Fast Fight, вот, и, соответственно, вошли в четверку лучших боксеров мира. Расскажите же нам, как готовились и как это все происходило? Да, ну, во-первых, не четверка, уже финал, то есть там уже два соперника, то есть два спортсмена высших. Четверка это была еще, когда вот я выиграл первый бой. То есть изначально у нас была восьмерка, вот я выиграл, прошел полуфинал, то есть там 4 человека. Вы к нам пришли в гости не просто так, с двумя золотыми медалями. О, вот. Это солидно. Расскажите, какая из них за что была получена? Ну вот каждая медаль это как бы визитка, билет в следующий бой. Хотелось бы вот, нашим телезрителям показать. Это вот я провел два боя, вот из-за которых я получил медаль. Вот первый бой я провел с японцем. Вот в Китае это проводилось, я его выиграл, вот прошел. Вообще должен был боксировать с белорусом, вот, но так как по состоянию здоровья, вот он не вышел на бой, вот я автоматически вышел в финал. Вот, но так как чтобы бой не терять, мне вот сделали бой с нашим украинцем одесситом. Вот. А деякі чемпіонати вони навіть не встигають провести за один день. У вас як все відбувалося? За один день встигли? Ні, конечно, це професійні турніри, вот пробой, там проводиться. Один бой всего лишь, а потом вот на протяжении месяца вы готовитесь к следующему бою. А как вообще, уже когда знали, что будете участвовать, как задолго шла подготовка? То есть какое количество тренировок проходили в день? Ну, я серьезно отнесся к этому турниру, потому что турниры действительно серьезные. Вот здесь собрали мировых бойцов, то есть не таких, как бы, каких-то левых, то есть хороших бойцов. Все с какими-то титулами, там, кто-то чемпион мира, кто-то Европы. Вот, начал серьезную подготовку. Вот, проводил я подготовку дома. Вот, и перед вылетом я за неделю уезжал в Киев, там дорабатывал, а потом уже на вылете. Дома я тренировался в своем зале родном ДЮСШ номер 2, проходил специальную подготовку. А работу на ТУФП я проводил в зале Жимстайл, в новом Жимстайле. А як взагалі тренуються чемпіони? Скільки разів на день? Як ви харчуєтесь? Який у вас режим дня? Ну, здесь, конечно... Что можно, что нельзя перед тренировками? Есть ли какие-то запреты? Ну, конечно, есть запреты. Здесь вот, ну, допустим, кто выгоняет вес по диете, то есть я сажусь на диету, то есть жесткая диета, это убираю все сладкое, мучное, да, то есть нужно подогнать вес. То есть нашим спортсменам, как и девушкам, сладенького нельзя? Ну да, перед подготовкой это очень вредно. Вот так. А тренування взагалі, от скільки років треба витратити, щоб досягти такого рівня? Ви з самого дитинства тренуєтесь, чи 5 років, 10 років? Скільки ви поклали на це часу? Ну, я почав займатися з 13 років. Тобто вже 13 років я вже в спорті постійно. Ясно, я от ізначально тренувався как бы так для себе, тобто не обращав на це сильно внимания. А потім вже починаю где-то після 5 років тренировок, я вже почав серйозно відноситися к этому. І коли ти той переломний момент настав, коли вас вже почали за кордон запрошувати, коли ви вже відчули, що можете їхати кудись і не просто брати участь, а здобувати якісь призові місця? Ну, це після того, коли я вже вийшов в состав збірної Миколаївської області, вот, тоді я вже почувствував відповідальність і почав вже усердно тренуватися, тому що там вже були виїзди і за город, і, вот, за границю. А за кордон часто у вас були чемпіонати? Часто відбувалося? Ну, да, дуже часто. Практично кожен місяць. Кожен місяць? Да. І як враження взагалі від поїздки? Кожен раз як нова чи? Ну, по-разному. Є країни, які от дуже впечатляють, там дуже подобається, навіть іноді не хочеться приїжджати, але то, що рідні, от здержують, приїжджаєш. Но вообще, ну, дома все равно лучше и приятнее тренироваться. То есть после любых соревнований все равно хочется вернуться домой. Конечно. Ось мы бачимо фотографии из ваших чемпионатов. Это на самом деле фотографии с последнего чемпионата, с Fight Fest'а. Вот, я так понимаю, это пресс-конференция? Ну, да, после боя у нас брали пресс-конференцию. Да. Все как справжні кінофільми в пресс-конференции, там вы со своим супротивником, правильно? Ну, да, спрашивали состояние, спрашивали все подробности исхода боя.
Ну что ж, мне бы хотелось обратиться к Максиму непосредственно. Я знаю, что вы начали всеобщую программу «Трассы здоровья». Расскажите нам подробнее об этом, чтобы наши телезрители могли узнать так же самое, как и мы. Ну да, мы там начали уже ее 2 месяца, презентовали, нам ее мэр подписал, подписали создание рабочей группы. Вот, и мы 2 месяца ждем ее заседания, потому что мы сами допустили ошибку и вписали в рабочую группу, чтобы всем было не обидно, много, чиновников, да, которые, в принципе, там нужны были только на первое заседание, чтобы объяснить им концепцию и согласовать начало рабочей группы. В принципе, потом они нам не нужны, там рабочая группа работает и уже презентует проект, когда есть какие-то наработки. В чем заключается основная идея проекта? Так, в чем сенс? Ну, это заключается она в том, что мы хотели на базе парка Победы, там, ну, там, как бы, есть и планы еще БПП партии на этот парк. Мы там, в принципе, с ребятами пообщались, там, парк большой, говорится, идеям хватит всем, можно и их идеи выдерживать, и нашу. То есть наша более спортивная, более развлекательная. То есть там планировалась основа, это трасса здоровья, начать ее там заложить под велосипеды, чтобы оттуда потом пустить развязку дальше в центр и там сердце города связать там и дальше по всему городу пустить, потому что подавали сейчас проекты там на такие суммы миллионные, но я думаю, сейчас, наверное, есть более важное дело. Наш проект был более компактный, более, скажем, реалистичный, плюс мы предлагали помощь инвесторов, которые пришли с нами, ребят, которые там могут помочь. То есть есть уже инвесторы? Да, люди, которые готовы были помочь там. Те ребята готовы были, там, мы готовы помочь были спортивную площадку сделать, там другие ребята там готовы были скамейки сделать, там, еще какие-то нюансы. Понятно, что на большие развлечения нужны были более серьезные инвесторы, им надо давать какие-то условия, чтобы они туда заходили. То есть с городом это тоже оговаривалось, в принципе, общие концепции есть, так чтобы город не терял свои, скажем, ну, не терял землю, но при этом мог запустить инвестора, который сделал бы хорошие, допустим, детские аттракционы. Ребят тоже нашли. То есть я думаю, что в дальнейшем мы хотели сделать план, рабочий проект, и после этого уже на тендер пустить вот эти все дорогостоящие развлечения, чтобы люди, местный бизнес мог туда зайти и по тендеру выиграть, ну, то есть честно, в открытом конкурсе, допустим, выиграть тот или иной проект, чтобы обратно не заходили сюда люди там, с Одессы, с Киева, инвесторы, потому что наши все финансы, к сожалению, уходят почему-то, ну, не в бюджет Николаева, поэтому первая задача была подключить именно местных меценатов, местных, то есть на бесплатные вещи и на платные. Вот. А сегодня эфир вообще пришел, в первую очередь, даже не по трассе здоровья, а вообще вот, то есть Виктора подбил на этот эфир, пригласил, потому что этот, как бы, человек, ну, я на глазах тренируется, вижу, как он трудится, мы знакомы много лет, как бы это боец не нашей федерации, у нас там миксфайт, видите, выступает больше там по К1, по кикбоксингу, по боксу, вот, но просто говорю, что общаемся хорошо, я вижу, и обидно один момент, то, что много ребят, много спортсменов в Николаеве, реально мирового уже уровня, понимаете, и власти хотелось их не замечают. То есть, сегодня, допустим, я был вынужден его приехать на эфир, я там выкинул статьи, чтобы хотя бы человеку было приятно, и это все знали. Он скромный, он приезжает, то есть, ну, он сильно это не афиширует, вот. А власти почему-то наши это не замечают, они считают, что, наверное, это, ну, нормально. Я получил какой-то помощи финансовой, то есть мы об этом вообще молчим. То есть мы говорим про квитки, да, какие вы да. То есть эта помощь нет, не, ну, не только у него, там, у меня, помощи нашей федерации вообще никто не предлагает. Я так понимаю, участие в любого рода турнирах, любые поездки оплачиваете вы себе самостоятельно? Самостоятельно, но на профтурнирах немного легче хотя бы, если ты, ну, до него надо дойти. То есть, чтобы тебе пойти на профтурнир, тебе надо откатать много любительских турниров, где ты постоянно платишь за поездки. Я, насколько знаю, за поездки не только, за участие. Поездки, не, в любительском сейчас, как ни странно. Вот, ну, уже на таком уровне, да, там, да, более серьезном, не на, нормально, не на местном. Да. А участие в какого-либо поездках, то есть в турнирах, тоже оплачивается или же нет? Ну, по любительских, да. То есть там и поездка, проживание, питание, все это оплачивается. Даже выдаются какие-то суточные. Даже так? Такие, да. На питание. У нас, допустим, ну, вот, может, там по кикбоксингу немножко ситуация проще. Мы, допустим, своих ребят возим сами. И плюс, потому что у нас как бы федерация Mixfight, я сейчас еще в связи с этими событиями вошел в федерацию бодибилдинга. И мы, ну, провел турнир, и как бы так получилось, что я попал и туда. Вот. И вот сейчас нашего парня вот отобрали на чемпионат мира в Польшу. Ну,
закрывал я сейчас полностью поездку сам, обращаться особо некому. То есть у меня сейчас само тяжелый месяц, потому что открытие нового зала, mm-hmm. есть большие там лизинги, обязательства, это все у нас в стране очень тяжело. Никто не пришел, не сказал, вот вам госпомещение, в плохом состоянии, ребята, инвестируйте, делайте, просто платите там коммунальные услуги, нам и все. Нет, мы берем в аренду, мы выкидываем там кучу денег на эту аренду, то есть 60-80 тысяч гривен уходят у нас в бюджет дяди какого-то там, явно не с Николаева. Вот. Ну, город молчит, мы просить как бы ходить тоже не хотим. Мы довольно-таки уже самодостаточные ребята. Вот. Поэтому хотелось бы, чтобы все-таки сопутствовали спортсменам. Когда такие ребята приезжали, хотя бы их замечали немножко. И я еще ни разу не видел, что у нас ребята приехали, кому-то дали там квартиру. Угу. Хотя как бы в других странах, да, это практикуется. То есть если там уже мировые есть какие-то достижения, там город как бы там... мэр, там, я не знаю, там, губернатор или кто-то еще рассматривает такие вопросы, ребятам выделяется какая-то помощь, ну, не в нашей стране. А потом мы удивляемся, почему наши ребята, там, мы их видим по телевизору в Америке, в США, в Канаде, mm-hmm. там, в Германии, и у нас все, много больше и больше этих спортсменов хороших исчезают. Или просто бросают, уходят там в охранные фирмы, просто бросают, кто-то удачно бросает, кто-то неудачно. Очень хочется, чтобы этого не было, чтобы все-таки замечали наших людей. Ну, как-то это очень прискорбно, когда подобные чемпионы mm-hmm. уходят в охранные фирмы, я хочу сказать. Ну, и знаете, это дуже сумно. На любительском турнире, ну, насколько я помню, кроме медали с дипломом и, как видите, суточных, там, в лучшем случае, mm-hmm. на продукты, много не заработаешь. А все-таки спорт уже на таком уровне украинском, ну, скажем, честно говоря, это не балет, да, и хотя балет тоже mm-hmm. травмоопасный, но тут все-таки идет ущерб здоровью. И ребята, как минимум, потом хотя бы хотят на что-то лечиться, потому что есть нюансы, которые надо поддерживать свое здоровье. То есть это серьезный спорт, в котором есть травмы. И у них есть семьи, у них есть жены, у них есть девушки, мамы, папы, которые хотят кушать. И невозможно за медаль и диплом их содержать. То есть они должны понимать, что должны какие-то зарплаты у спортсменов, хотя бы такого уже серьезного уровня, которые достойно должны жить. Тогда они не будут идти в эти структуры, они не будут идти в охрану, они будут вынуждены заниматься тем, чем они занимаются, или там вообще не в охрану, другие там, допустим, там, многие, я видел многих ребят, которые там чемпионы бывшие там Европы, которые там, не знаю, ну, не грузчики, но очень все, менеджеры там какие-то, mm-hmm. там, супервайзеры. То есть парень выступал на мировой арене супервайзер, ну как это, ну, даже не дали зала, допустим, какого-то uh-huh. под тренерство, потому что залы тоже очень-очень в плачевном состоянии, там что-то пытаются иногда ремонтировать, но я даже не хочу понимать вопрос залов, именно госпиталь. Ну что ж, хотелось бы услышать заключительно какие-то пожелания, которые бы именно от спортсмена, да, и планы. Ведь Виктор сейчас, наверное, планы расскажет по спортивной карьере. Наши планы, у нас 3 декабря будет проходить в спорткомплексе «Надежда» огромный турнир международный по миксфайту. Uh-huh. Ну, вот, мы всех приглашаем туда 3 декабря в 6 часов вечера. Вот, это первый план. Второй план – все-таки добить трассу здоровья, дело принципа, потому что все проекты, которые мы на сегодня брали, доводили до ума, и мы не дадим шанса этот проект не довести до ума, мы все равно будем насиловать изо всех сил и продаем все это дело до конца. Вот. И к властям обращаюсь, ребята, ну, как-то давайте жить дружно, обращайте внимание на своих чемпионов, на своих с разных видов спорта, и своим подопечным, которые занимаются спортом, давайте все-таки эту возможность. Вот. То есть, дякую. Что ж, Виктор, да, а скоро мы сможем узнать о твоих новых победах? Ну, конечно. Первый мой план – это сейчас вот буквально в понедельник мы уезжаем на чемпионат Украины по боксу. Вот там, где будет формироваться новая команда по боксу. Отдельная команда украинских атаманов. Вот с января они уже начинают новый проект, новый сезон. Вот. Ну и там же, конечно, будет меня ждет главный бой – это финал. Это турнир Fast Fight, там, где я встречусь с русским бойцом Зураб Фараян. Ну что ж, дякую, що завітала. Так, нагадаємо, ще раз нас тебе поздравляємо і ждемо вітаємо. Тебе нових побід. І подальших успіхів. Нагадаємо, що у нас Максим Бревда, віце-президент Федерації Mix Fight, і Віктор Славінський був член збірної команди по боксу, лідер команди «Українські атамани». Дякую вам, всього бажаємо успіхів.